Друзья мои, я приветствую вас на своем канале. Сегодня вас ждет очень полезный мастер-класс по такому вот фантазийному классному узору. На мой взгляд, это резинка. Она обладает такой шикарной плотностью, стрейчевостью. Ну и, само собой, вот этой вот фактурой интересной. Не забудьте сохранить этот мастер-класс в своей копилке, а мы переходим к мастер-классу. Раппорт составит 4 петли и 2 ряда высоту всего лишь навсего. Все внимание на экран. Итак, начинаем. Кромочная. Далее нить перед работой. Вытягиваем ее за первой петлей. Вот таким вот образом. Эту первую петлю перекидываем на правую спицу, не провязывая. Затем лицевая. Следующую петлю перекидываем, не провязывая, нить перед работой. В данном случае я распускаю накид. Для первого ряда это будет просто петля. Если вы будете начинать вязать непосредственно с первого ряда. Далее лицевая. Повторяем. Нить перед работой, вытягиваю ее за следующей петлей. Эту петлю перекидываю на правую спицу. Лицевая. Следующую петлю перекидываю, распускаю накид, нить перед работой. И лицевая. Еще раз. Лицевая. Перекид. Нить перед работой и лицевая. Это будет первый ряд. И второй заключительный. Кромочная. Первая. Изнаночная. Затем лицевая за переднюю стенку с дополнительным накидом внутри петли. Изнаночная. И ту петлю, которую мы перекидывали вместе с накидом, не провязывая. Сейчас мы провязываем лицевой за заднюю стенку. Повторяю. Изнаночная. Лицевая за переднюю стенку с доп. Накидом внутри петли. Изнаночная и лицевая. Это будет второй заключительный ряд раппорта. Друзья, ну, потрясающий узор, на мой взгляд. Он имеет очень упругую структуру, в отличие от обычной резинки. Еще и такая замечательная декорация. Обязательно сохраните этот мастер-класс в своей копилке, поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вы не сделали этого ранее. Вас ждут очень интересные мастер-классы и в дальнейшем. И переходите по ссылке на мой дзен-канал, там накопилось много интересных моделей для вязания. Желаю вам отличного весеннего солнечного настроения и прощаюсь с вами до завтра.